Ребят, ну что, поздравляйте нас. Сегодня, 21 января 2024, у нас на канале Рух Ukrainians 10 тысяч подписчиков. Только что подписался 10-тысячный подписчик. Спасибо. Ириш, ты доволен? Да. Спасибо. Ребят, у нас такое событие просто грандиозное. Мы очень довольны, очень-очень счастливы. Большое спасибо всем, кто смотрит наш канал. Однажды наступит день, и у нас будет вот так вот 100 тысяч подписчиков, потом миллион, да, Риша? Да. Круто. Так, отмечать 10 тысяч подписчиков на канале Рух Ukrainians, я думаю, что мы будем завтра. И завтра тогда мы еще снимем видео. Подумаем, как именно мы будем отмечать, и снимем какое-то видео, и тоже я сюда его добавлю. Ребят, мы такие счастливые вообще. Пошлите с нами гулять по Дерибасовской. Мы безумно счастливы. Спасибо всем, кто смотрит канал Рух Ukrainians. У нас уже 10 тысяч подписчиков. Очень хотели поделиться с вами этими эмоциями, этой атмосферой. Стараемся делать важный, полезный контент. Шикарно. Батика. Просто шикарно. У нас сейчас до 15 февраля тут вот такой вот световой тоннель. Парк Дедуся Люмьера. Вход взрослые 200, детские 100. Так, у нас сейчас очень лайтовые тренировки. Бегать быстро сейчас нам нельзя, но уже нарушаем порядок действий. Сбиваем кеглю. Так, ставь кеглю, сейчас будем сбивать. Шустрый Риша. Так, ладно, я пробую. Так, внимание. Так, внимание. Я сосредоточилась. Так, сейчас. Раз, два, три. Обалдеть, вот эта технология. У меня, кстати, я сбиваю кегли по технологии нависающей ноги. Я потом вам эту фишку расскажу, но фишка реально на миллион. Вау, ух ты, ух ты, прям на ходу. Давай, Риш. А ты помнишь, ты в Варшаве возле большого этого самого ихнего стадиона войска польского тоже так делал? Так. Так, ну что, у нас сейчас такой будет мини-банкет. Как вы видите, мы уже купили три вот такие вот трубочки, взяли в обжоре. Кстати, 21.50 одна штучка, да? 21.50, да. Будем начинать отмечать наш праздник. 10 тысяч подписчиков на канале Рух Ukrainians. Всем большое спасибо, что подписываетесь. И завтра мы уже продолжим наше празднование, да, уже, я думаю, где-то посидим в кафешке, да, лишь какой-то тортик, наверное, возьмем. Да. Точно? Ну, здорово. Ребят, всем спасибо, а мы начинаем кушать вот такие вот вкусняшки.